Нужно действовать быстро, Фишер. Нам нужны доказательства того, что Ферон представляет отмежевавшуюся фракцию оппозиции китайского правительства. Я все еще ограничен в действиях в посольстве. Совсем нет. Ты можешь применять силу. Пятая степень свободы ко всем, кроме Фейронга. Мы не можем убить его до того, как достанем доказательства. Это уже не политика, это война. Ближе подобраться мы не можем. Ламберт боится, что Фейронг заметит нас. Мы все сделаем. Постарайся, агент. Я не хочу войны. А что, если он взорвется по пути? Полковник сказал, что это невозможно. Почему? Все на месте. Но он не заряжен. Это очень точный механизм. И все-таки это возможно. Тихо. Смотри свою тарелку и ешь. Через несколько минут мы должны быть готовы. Фишер, тут везде понаставили дверей с кодовыми замками, а мы не можем рассчитывать на то, что разведка сможет подобрать код. Тебе придется поимпровизировать. У нас есть идея насчет кодовых замков. Говори, Грим. Средняя температура посольства достаточно низкая для того, чтобы отследить тепловую разницу на клавиатуре. Стоит попробовать. Эти двери – наша единственная возможность. Полковник, мы уничтожили все карты памяти. Переходим к жестким дискам. Разлетелся на мелкие кусочки. Они могут восстановить сведения по фрагментам. Диски нужно стереть и уничтожить. Есть, сэр. Осторонней. Столкнулся с врагом. Грим, как это выглядит? Я не знаю, насколько мы сможем это использовать. Они почти все начисто вытерли. Ламберт, взгляни. О, черт! Мы только что обнаружили пропавший Америций 239. Свяжусь с тобой через секунду, Фишер. Новое задание, Фишер. На складе посольства стоит конвой грузовиков. Они не должны выехать. Я знаю, что у тебя нет достаточного количества взрывчатки, но... Но все, что заправлено топливом, является бомбой, готовой взорваться. Я должен беспокоиться о радиации. Компоненты не соединены. Ты не сможешь вызвать ядерную реакцию. Это Конг Фейронг. Объявляю боевую тревогу всем войскам. Повторяю, боевая тревога. Николадзе бросил нас.
Всем полная готовность приготовить конвой к отправке. Одного из нас убили! Зенг, Лянг, мы скоро выезжаем. Перейдите на пост в главном холле. Есть, сэр. Используй тепловые очки, Фишер. Они позволят тебе видеть тепловые отметки на клавиатуре. Николадзе сбежал? Нам не нужен Николадзе. У нас есть план. А как The Ark? Он нам не нужен. Я уверен, у Фейронга есть план. Он разговаривает как сумасшедший. Я уверен, что план есть. Что-то тут не так. Я падаю. Это у вас должен быть официальный приказ. У нас нет времени. Я должен увидеть конвой до его отправки. Я понимаю, но это единственный раз. Спасибо. Не за что. Oh.
Лени. Что это было? Хватит, Пенк. У нас топлива более чем достаточно, и нам пора отправляться. Хорошо. Прекрасная работа, Фишер. Теперь они никуда не поедут. Теперь генерал. Точно. Мы думаем, что он и его компьютер находятся в офисе посла. Тебе нужен живой Фейронг, чтобы получить доступ к его данным. Генерал пытается покончить жизнь самоубийством. Где ты? В его офисе! Быстрее! Thank you.
Я пристрелю тебя. Только не в лицо. Ты американец. Ты причина всех моих бед, да? Может, ты сделаешь мне одолжение и убьешь меня? Я собираюсь вытащить данные из твоего компьютера, и ты поможешь мне. Иди к черту! Ты не сможешь заставить мертвого. Ты пока не мертв. Остаток жизни — вот все, что у тебя есть. А то, насколько он будет мучительным, зависит от твоего содействия. Моя жизнь была мучительна еще до того, как ты здесь появился. Делай, что хочешь. И сделаю. Фантастическая работа, Фишер. На своей работе я видел и больших самоубийц. Грим, что с данными? Это полностью отделяет Фейеронга от китайского правительства. Фантастика! Отправляй главное в генеральный штаб. Остальное мы переправим в Китай через ЦРУ. Фишер, мы закончили с Мьянмой. Встречайтесь с Коэн и выбирайтесь отсюда. Фишер, время поговорить об арке. Что это? То, что Николадзе хочет больше всего на свете. И при помощи чего мы его найдем. Это все, что нам известно? Мы знаем, что арк спрятан где-то в президентском дворце Грузии. И то, что Варлам Кристави разрешает ему забрать это. Кто такой Кристави? Новый президент Грузии. Пришел к власти при помощи наших друзей из ЦРУ. Чушь какая-то. Твоя главная задача в Грузии – найти Николадзе. Когда мы его найдем, игра будет окончена, и победят хорошие парни. Ты говорил с Ламбертом? Да. Через сколько мы приземлимся в Грузии? Мы не приземлимся. Ты совершишь прыжок. Отлично. Папа, это ты? Привет, Сара. Рад слышать твой голос. Ты едешь домой? По телевизору говорят, что вы уделали Николадзе. Все не так просто. Значит, ты не едешь домой. Нет, солнышко, пока нет. Но скоро приеду. Общий вздох облегчения, так как США возобновили контакты с Китаем. Своевременные действия ЦРУ и китайской разведки, обнаружившие отделившуюся фракцию китайских военных, поддерживающих грузинский информационный кризис, объявив День национального траура по жертвам грузинского информационного кризиса, подтверждают поражение кибервоинов Камбаяна Николадзе. Акты информационного терроризма завершились. Сегодня на церемонии президент Бауэрс официально поблагодарит ЦРУ, ФБР и американские спецслужбы за их участие в разрешении ситуации. Хотя его местонахождение еще неизвестно, Камбаян Николадзе больше не имеет власти. Нас ранили, но мы не упали. Мы вырвали жало Скорпиона. Он не сможет долго прятаться. Добро пожаловать обратно в Грузию, Фишер. Самый легкий способ найти арк – записи президента Кристави. Подробности на твоем ПСС. А если Кристави встанет на моем пути? Не трогай его. Он в прекрасных отношениях с ТРУ. Если Кристави умрет, операция окончена.
Почему ты не убираешь за своей собакой? Кто там? Перестань светить прожектором мне в глаза, ты, ублюдок! Абсандзил, Бандри, перестань ты трепаться в эфире! Так точно, сэр! Простите, сэр! Чуть след. Что такого чёрта? Он взял след. Вот дерьмо! Ага. Оу. Oh! 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 Thank you.
Это не охрана дворца. Какие-то войска специального назначения. Элита Грузии, возможно, люди Кристави. Кто бы предположил, что Николадзе местный? Это как-то влияет на мои действия? Нет. Найди файлы с записью допроса. Да, кстати, люди Кристави не намного дружелюбнее людей Николадзе. Ты можешь применять силу. Может быть, это была просто тень? О! Послушай, кажется, Лыжи в розетку, вот. Ничего не понятно. Человек без сознания. Кристави, сэр, это вы? Николадзе и его люди почти добрались до библиотеки. Мы продолжаем удерживать позицию, пока он внутри. Сэр! Ага. О. Ненавижу это. Что там у тебя? Допросы, пытки. О, господи. Что? АРК — это АОМУ. Что это? Атомное оружие массового уничтожения. Ты имеешь в виду атомную бомбу? Да. Я свяжусь с тобой позже. Наша цель — АРК Фишер. Достань его. Оно в сейфе в подвале библиотеки. На входе сканер, реагирующий только на сетчатку глаза Николадзе. Значит, Николадзе нужен мне живым, чтобы получить арк. Точно.
Рядом с библиотекой Николадзе внутри. Всем быть в состоянии боевой готовности. Будьте готовы выбраться оттуда. Нарушитель! Какой-то американский командос! Ведите Николадзе в подвал, пусть он прыгнет в голову, пока мы с этим не разберемся! Я нашел труп. Это один из наших. Предали! Они против нас! Люди кристалли открыли огонь! Нам нужно подкрепление! Ты убит. Расскажи мне об арке. Отпусти меня. Я могу сделать тебя богатым. Я знаю, что это. Я хочу знать, откуда это взялось. Это тебе не поможет. Зачем это тебе? Что? Арк, где ты хочешь его взорвать? Убей меня или отпусти. То, что ты сейчас делаешь, бесполезно. Расскажи мне об арке. Это несерьезно. Я больше ничего не скажу. Всем стоять! Руки вверх! Всем стоять! Не двигаться! Там Баян Николадзе. А кто ваш друг? Американец? Спроси его. Отдай нам арк. Я не Господь Бог. Отдай нам арк. Я действительно не знаю, о чем ты говоришь. Представь, знает, что это атомная бомба. И знает, что она у тебя. Умный человек. А он знает, что она уже в Америке. Что? Арк. Не здесь. Продолжай. Единственное, что находится в этом подвале, это ключ-активатор. Сама бомба в Америке. Если Кристави гарантирует, что меня отпустят на свободу, я скажу ему, где найти арк. Отдай нам ключ-активатор. Ключ у этого шпиона-американца. Тебе придется забрать его у него. Я могу сказать тебе, где он находится, но при условии, что меня отпустят. И я буду в безопасности. Договорились. Вы двое. Выведите господина Николадзе из библиотеки. Ты! Кто ты? Не болтай, Фишер. Мы готовим полное отключение через 5 минут. Воспользуйся им. Отдай нам ключ от арка. Ты отдашь мне его сам, или я заберу его у твоего трупа. У тебя 5 секунд, чтобы подумать. 4 секунды. 3. 2. Давайте. Выходи.
Фишер, мы не можем отпустить Николадзе. Ты думаешь, он на самом деле знает, где Арк? Да. Мы не можем оставить его в живых с этой информацией. Нарушитель! Американец! Этого американца безопасность нашего народа. Поймать или убить его для нас жизненно важно. Может быть, это была просто тень? Может быть, это была просто... Слушай внимательно. Стреляй в Николадзе оттуда, прямо сейчас. Не промахнись. Второго шанса у тебя, возможно, не будет. Чистая работа, Фишер. Пора уходить. Информация, которую ты несешь, последняя. Чего последняя? Угроза Соединенным Штатам со стороны Николадзе. Наша основная задача — уберечь от врага то, что находится у тебя. Оспрей ждет. Выстрелы в офисе Кристаллы! Что с крестами? Отведи президента в безопасное место! Наемные убийцы во дворе! Мне нужны все солдаты! Возможно, стрелков несколько! Приказ президента Кристалли! Найти наемного убийцу! Не дайте им уйти из дворца! Используйте оружие! Главная задача — найти наемного убийцу! Неподтвержденные сообщения о том, что Николадзе застрелили! Все отряды! На поиски американского шагана! Он должен быть пойман! Или убить! Николадзе мертв! Повторяю, Николадзе убили! Найди наемного убийцу! Восьмиэтажное жилое здание и окружающие четыре дома в Хоупсгейт, штат Мэриленд, были эвакуированы сегодня Национальной гвардией. Власти заявили, что причина состоит в утечке газа, делая акцент на том, что сегодняшнее событие не связано с комбайном Николадзе или грузинским информационным кризисом. Хоупсгейт, который находится менее чем в получасе езды от Вашингтона, округ Колумбия, будут... С того момента, как обнаружили и опознали труп президента Николадзе 5 дней назад. Охранники дворца смертельно ранили президента Николадзе при попытке свержения действующего президента Варлама Кристави. На пресс-конференции сегодня утром президент США Бауэрс похвалил американский народ за его мужество. Нас ранили. Мы покачнулись, но мы не упали. В мире нет такой трудности или опасности, которую бы не преодолело американское упорство. В
мире нет такой проблемы, которую бы не могла бы решить американская находка. Что смешного? Поэтому я выражаю свое глубокое восхищение каждому гражданину Соединенных Штатов Америки по всему миру, каждому гражданскому и каждому солдату, который противостоит террору и тирании злых людей. История не забудет вашу смелость. Папа, что происходит? Ты не смеялся с тех пор, как ушел Рейган? Ничего, забудь об этом. Яркое пламя. Это служба безопасности, дорогая. Продолжает сверкать по всему миру. Пусть Бог очистит наш взгляд. Бог, да храни Америку. Ты ведь не уходишь, пап. Привет, Ламберт. Everybody.